Здравствуйте, ребята. Рад приветствовать вас на нашем сегодняшнем вебинаре. Мы сегодня поговорим про очень важную тему – дружбу между парнем и девушкой. И, наконец, раскроем секрет, существует она или нет. Привет, друзья! Я прошу прощения за технические какие-то проблемы, может быть, неполадки, которые у нас приключились. Но верю, что мы сегодня попробуем сделать наш вебинар интересным, динамичным и очень коротким. Мы не будем 2 часа сегодня разговаривать. Итак, возможна ли дружба между парнем и девушкой? Мужчиной и женщиной, и вообще между полами. Кто-то выражается категорически за, говорит, конечно, несомненно, дружба есть. Кто-то настолько же категорически говорит, никакой дружбы нет и быть в принципе не может, потому что мы мужчины с Марса, женщины с Венеры. Есть очень много промежуточных вариантов, когда люди говорят, в каких-то случаях это возможно, в каких-то это невозможно и так далее, и так далее, и так далее. Давайте посмотрим, что говорят минчане. Мы попросили наших ребят из школы блогеров, которая у нас идет, снять интервью на улице, задавая вопрос прохожим. И мы сделали такой небольшой короткий ролик. Давайте мы его посмотрим. Возможно ли дружба между парнем и девушкой? Мы решили узнать мнение людей на улицах города Минска. Это вы какие-то сложные вопросы задаете. Есть разные случаи. Бывает, что возможно, но в основном это нет. Думаю, что существует. Я считаю, что существует. Дружбы не существует. Да. Фу. Конечно. Думаю, да, до поры до времени. Ну, типа того. Да, конечно. Ну, считаю, да. Потому что мы, белорусы, такая небольшая нация, и вообще мы должны помогать друг другу. Не знаю, непонятно. Все равно один кто-то влюбляется. Да. Ну, потому что есть притяжение, такое влечение, можно так сказать, сексуально. Ну, я придержусь мнения писателя Золя. Это просто одно и то же почти, только, ну, разные пары. Потому что нужно дружить со всеми. Да, вот ребят с команды. Марк, например, мы с ним уже знакомы с первого класса. Нет, я даже не могу такого не сказать ничего. Из мальчиков я дружу с Сашей. Не могу. Возьмем нашего белорусского поэта Янку Купалу. У меня тоже было очень много друзей и женщин. Да, бывало. Не знаю. Ну, может, и бывало. Нет. У меня есть жена, в которой уже вот где сидит. Да. Нет. Да, был. Нет. Как видим, мнения очень сильно разделились. Кто-то говорит за, кто-то говорит против. И я бы хотел задать вопрос, что же думаете вы? Итак, ребята, пожалуйста, проголосуйте в чате. Если вы верите в дружбу между парнем и девушкой, жмите плюсик. Если не верите, то минус. Нам очень важно ваше мнение. Парни, как часто мы слышим от девушек, давай останемся друзьями. Ну что ж, девчонки, давайте попробуем. Миша, привет. Здорово, дружище. Ты чего делаешь? Что?
Ты сама сказала, давай останемся друзьями. Я твой друг. Поехали. Куда поехали? Как куда, к бабам? Я с тобой никуда не поеду. Братан, не обламывай меня. Их там двое. Я сказал, я с другом приеду. Хорошо. Я все поняла. Давай я просто снова стану твоей девушкой. Настя, ну чтобы я друга на бабу променял, да никогда. Поехали. Что так долго? Лично я уверен, что дружба между парнями и девушками — это миф. Но, как говорится, каждый из нас сам принимает определенные решения. Я еще раз хочу напомнить, чтобы вы голосовали, и нам важно посмотреть, насколько наша аудитория разделяет или не разделяет эту точку зрения. Когда мы говорим о дружбе между парнем и девушкой, мы говорим о том, что кто-то дружит, а кто-то втайне влюблен. И не факт, что девушки влюблены, а парень дружит, или наоборот. Мы видим, что зачастую это совершенно равнозначно. Но тем не менее, я более чем уверен в том, что когда мы говорим о дружбе между парнями и девушками, мужчинами и женщинами, в той или иной мере это миф, потому что мы слишком разные, мы чуть-чуть дальше начнем на эту тему говорить. И дружба, что такое дружба, на чем она основана, почему мы не всегда стыкуемся, иногда мы пролетаем друг на другом, и у нас не получается дружеских отношений. Мне часто приходит на ум, вот когда я был подростком, у нас была небольшая компания, было несколько парней, несколько девчонок, мы дружили. И пока мы дружили в компании, все было хорошо, пока нам не стукнуло там за 12 лет, и вдруг не произошло страшное. Один из наших ребят влюбился в одну из наших девчонок, и начались дикие раздоры. Сторонники существования дружбы между парнями и девушками приводят доводы, которые основаны на трех достаточно распространенных таких камнях, основаниях. Их всего три, какие бы разновидности ни были, их всего три. Первое и самое, наверное, распространенное — это то, что парни и девушки вообще ничем не отличаются, мы полностью идентичны. Второе, что дружба между, неважно, однополая или разнополая, всегда носит некий сексуальный характер, который мы подавляем. И третье, тоже достаточно распространенное основание, это мой личный опыт. Вот буквально, когда мы готовились к вебинару, размышляя, говоря с нашей командой, некоторые из девушек, они говорили: ну, я же дружу с парнем. Я же с ним дружу, вот вам пример настоящей дружбы, или того, что она существует. Давайте попытаемся разобраться. На прошлом вебинаре мы с вами говорили о разности нашего мышления. Что мы разные, мужчины и женщины, парни и девушки, мы по-разному видим, по-разному мыслим. Это одно из оснований того, что дружба между парнями и девушками может быть достаточно проблематичной. Давайте посмотрим, что такое дружба. Я взял простое, самое первое попавшееся определение, которое каждый из вас может проверить из Википедии по поводу дружбы. Дружба – личные, бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на общности интересов и увлечений, взаимном уважении, взаимопонимании, взаимопомощи. Предполагает личную симпатию, привязанность и затрагивает наиболее интимные душевные стороны человеческой жизни. Одно из лучших нравственных чувств человека. Давайте выделим несколько важных маркеров из этого. Я бы выделил только три, потому что у нас не будет много времени, чтобы обсудить все. Первое – это бескорыстность отношений. Второе – это общность интересов и увлечения. Общие увлечения. Итак, первое. Дружба абсолютно бескорыстна. И когда мы говорим о бескорыстности дружбы, мы говорим о том, что наши намерения
И наши отношения, они достаточно просты и не подразумевают ничего другого абсолютно. То есть, если мы дружим, то это не значит, что мы дружим за кого-то или, например, там, против кого-то. Или для чего-то и так далее. Это уже не дружба, это может быть там, партнерство или еще что-то. Когда мы говорим о том, что кто-то дружит, а кто-то тайно влюблен или проявляет симпатию, то это уже тоже не бескорыстная дружба, потому что, ну, допустим, парень дружит, а девушка тайно сохнет по нему, она влюблена, у нее есть какие-то мечты, мечтания на эту тему, то речь идет о том, что это уже дружба, где есть некие ожидания. Ожидание, что эта дружба перерастет во что-то совершенно новое, что-то другое, и, соответственно, уже дружбой быть не может. Когда мне девушки говорят о том, что вот смотрите, мы же дружим с парнем, если вы относитесь к парню совершенно по-дружески, то это совершенно не значит, что он относится к вам точно так же. Скорее всего, речь идет о том, что он тайно сохнет и носит за тобой сумки не потому, что любит носить тяжести. Вот здесь я хотел бы привести, ну, такую небольшую статистику. Она относительная, сразу хочу сказать, что она не носит прям абсолютного характера. И я уже как-то где-то говорил на эту тему, что дружеские отношения, если мы их ранжируем, допустим, по возрастам, очень сильно отличаются друг от друга. Вот смотрите, когда мы говорим о периоде с 3 до 12 лет, вероятность дружбы между мальчиками и девочками равна 90%. Если вы выйдете к песочнице на детскую площадку, вы увидите, что чем младше дети, тем меньше барьеров между ними. Они играют вместе, они бегают, прыгают. И отличить мальчика от девочки можно исключительно по цвету там, комбинезончика или куртки. И до 12 лет дружба между полами вполне себе приемлема. Как только мы переходим 12-летний возраст, с 12 до 16 лет, вероятность дружеских отношений уже падает примерно до 30%. Еще раз хочу сказать, что это не абсолютные цифры, но где-то примерно так. То есть дети могут дружить, как только мы становимся подростками, вероятность дружеских отношений сразу же падает. Начинаются периоды пубертатные, начинаются гормоны бушевать, и дети начинают поглядывать друг на друга уже под другим углом. И как только мы переходим в поздний подростковый возраст, 16-21, мы видим, что снижается, вот вы на графике можете видеть, снижается до 15% вероятность дружеских отношений между парнями и девушками. Когда я говорю вероятность дружеских отношений, я имею в виду, выйдите, спросите людей разного возраста, и вы поймете, что у парней с 16 до 21, или вообще в принципе молодых людей в этом возрасте, не так уже много дружеских отношений с противоположным полом. С 21 до 30 лет вероятность дружеских отношений падает вообще до 3%, в принципе. То есть очень мало. Это время, когда мы женимся, у нас появляются супруги. И дружить с кем-то противоположного пола в этом возрасте становится не просто неверно, но и критически опасно. Ну, сами посудите, сможете ли вы прийти к своей супруге и сказать, я тут с подружкой хочу сходить в кино, мы давно хотели, нам попкорн нравится. Вообще фильм очень хороший, мы вообще с детства ходим на фильмы по средам. Или приходите и говорите, ну, мы с дружбанами идем в баню. Там Маша будет, и, ну, она с детства с нами в баню ходит. Я утрирую намеренно для того, чтобы вы поняли, о чем идет речь. Как только мы говорим о более таком зрелом возрасте, 30-45 лет, вероятность еще падает не так значительно, до 2 где-то примерно процентов, потому что здесь концентрация жизненная идет на семье, и дружеские отношения с противоположным полом в большей мере, начиная вот с предыдущего периода до этого, уже
концентрируются друг на друге. То есть супруги выстраивают дружеские взаимоотношения, и это хорошо. Когда мы говорим о внешних друзьях другого пола, то это ограничивается максимально. Ну и смотрите, 45-70 лет, когда мы становимся уже постарше, когда наши жизненные ценности устоялись, вероятность дружбы с противоположным полом резко возрастает, примерно, опять же, до 30%. То есть мы уже можем дружить, не заботясь ни о чем. И если вы заметили, то вот весь этот график, он танцует вокруг сексуальности. Чем меньше взгляд сексуальный на других людей, тем выше вероятность дружеских отношений. Теперь давайте поговорим о общих интересах. Посмотрим видео, да? Итак, ребята, пожалуйста, напишите в комментариях, какие у вас есть увлечения. Только желательно вкратце и по существу. А пока вы будете писать, вы сейчас посмотрите очень интересное видео. Секундочку. Ты не мог мне розовую удочку купить? Миша, Миша, прикинь, можно дать леща карасем. Леща, понял? Вот так только карасем рыбой. Классно, жутко, да? Чего не смеешься? Миш, я устала. Пошли домой. А можно как-то сразу чищенную рыбу поймать, чтобы ее дома потом не чистить? Угу. А на что надо ловить? На мозги. Давай обнимемся с тобой. Итак, общие увлечения, общие интересы – это один из таких, знаете, серьезных камней преткновения вообще в дружбе, и когда мы говорим о дружбе между парнем и девушкой, в частности. Если взять такую грубую статистику увлечений, то мы обнаружим, что во главе увлечений парней, это может быть, я не знаю, техника, рыбалка, футбол, какие-то тусовки. У девушек это косметика, магазины, одежда и так далее. Конечно, в определенных моментах мы соприкасаемся, но не более. Вы можете пойти с вашей девушкой, другом в магазин, походить, посмотреть, что почем, прицениться. И, возможно, вы даже сами любите повыбирать, но это не является главным увлечением вашей жизни. Если вы будете честными, то вы обнаружите, что ваши увлечения достаточно сильно отличаются от увлечений девушек. Если вы любите, например, футбол, болеете за какую-то команду, то я не знаю так много девушек, которые были бы столь же увлечены футболом, как и вы. Я не знаю много парней, если честно, вообще очень мало знаю парней, которые бы зависали на пабликах по моде, красивых каких-то дизайнах, интерьеров, пляжей там и так далее. У нас очень разные интересы. И когда вы собираетесь пойти посмотреть, я не знаю, в какое-то место поболеть за футбол, за свою любимую команду, то вы можете взять туда свою девушку, которая, может быть, один или два раза с вами сходит, и то только потому, что ей хочется посмотреть, чем же вы там занимаетесь. Вы можете пойти на рыбалку, но в обязательном порядке вашей девушке там будет скучно. Особенно, когда мы говорим о парнях, которые увлекаются, не знаю, там, картингом, охотой и так далее. Есть мужские увлечения, есть женские увлечения и так далее. Очень многие мне говорят о том, что на самом деле мы одинаковые, мы ничем не отличаемся, соответственно, интересы у нас одинаковые. Очень многие говорят, что на самом деле разницы между мужчинами и женщинами в психологическом плане не существует. Здесь вопрос исключительно воспитания. И если мальчика воспитывать как девочку, он девочкой вырастет. В какой-то мере я
с вами соглашусь, в какой-то мере нет. Но у нас однозначно разные интересы. И даже те, кто считает, что мы можем дружить, парни и девушки, согласятся с тем, что даже если у вас есть друг, то вам не всегда интересно с ним. Но дружба, я еще раз хочу это напомнить, всегда одним из своих оснований имеет общность интересов, когда нам интересно одно и то же и в большом сегменте, то есть не только там вот что-то одно нам нравится одинаково, а когда нам нравится и то, и другое, и третье. Еще одна очень интересная вещь в отношении общих интересов состоит в том, что мы не всегда даже можем понять интересы девушек. Мне, например, всегда не было понятно, как можно так сильно, так долго, так тщательно, так, блин, постоянно заниматься своим внешностью. Один мой друг говорит, настоящий мужик должен быть чуть-чуть красивее обезьяны. И это, конечно, утрировано, но тем не менее это выражает мужской подход. То есть если мне нужно срочно куда-то пойти, я делаю примерно так. И пошел. То есть мне не особо важно вообще, как я выгляжу. Главное прийти вовремя. А вот моя жена, например, наряжаясь, опоздала на собственную свадьбу. И ее не осудишь, потому что она женщина, для нее это важно. Женщины интересуются теми вещами, которые, ну, мне совершенно не интересны. Для меня, например, дикая пытка, и найдите мне мужика, для которого это не так, ходить по магазинам с женщиной. Я обычно, если, слава богу, в торговых центрах есть вот эти лавочки, сел там, а она ходит. Но женщины, они же такие создания, да, она кричит: «Саша, иди сюда, гляди, какую я нашла!» Что-то там. Я даже не знаю, что она нашла, и она показывает, я не понимаю, что это. И здесь важно говорить, да, очень клево, потому что иначе она найдет еще и будет тебе носить. Я не понимаю очень многих вещей. Ровно так же, как девушки не понимают очень многих вещей, которые делают парни. Для них очень сложно понять, как можно, ну не знаю, сидеть неподвижно с удочкой часами. Они не понимают, почему мы лучше проводим время вместе друг с другом, а не поодиночке. Почему у нас столько много неглубоких интересов? Потому что мы ищем что-то свое. Почему мы, ну, вот такие? И я говорю не только о том, что вот у нас есть разные интересы. Я говорю о том, что мы зачастую просто не понимаем друг друга. Вот. И когда мы говорим о дружбе между парнем и девушкой, очень важно понимать, что, ну, они реально разные. Хорошо. Второй камень основания для тех, кто считает, что дружба есть, учитывающим сексуальную составляющую взаимоотношений между полами, они говорят примерно так. Это теория, которая родилась у Фрейда. Они говорят так, все отношения, абсолютно все, не играют роли какие-то друзья, родители, братья, сестры, они все основаны на сексуальности, но на подавленной сексуальности. Вот буквально Фрейд говорит, что мы хотим сексуальных взаимоотношений со своими родителями, братьями, сестрами, это называется братская, ну, семейная любовь, но мы подавляем себе это, боясь инцеста. То же самое они говорят, вот парни между собой дружат, у них все равно есть некий сексуальный подтекст, просто они боятся общественного осуждения. Они даже считают, что дети 4-5, от 3 до 6 лет, они тоже как бы хотят сексуальности и так далее. Я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели одно видео дамы, которая считает, что есть дружба между парнями и девушкой. Это классический пример феминистки, которая уверена в том, что все в мире управляет сексом. Хочу отметить, что она говорит о детях до 6 лет. С 3 до 6 лет. Да. А на стадии триад основные потребности — это потребности в том, чтобы тебя
признали и оценили именно как такого очень классного сексуального партнера, чтобы тебе сказали, что ты умный, красивый, что у тебя прекрасная фигура, что ты вообще очень-очень супер клевый. Признали сексуально привлекательным. То есть, когда это с родителями, то этот посыл, грубо говоря, звучит так. То есть, о, ты, например, мама говорит сыну: «Боже, ты у меня очень клёвый, я тебя так обожаю, ты вообще самый лучший». Ну, как бы, типа, а-ля, прости, так получилось, мы не можем быть вместе, потому что так получилось, что ты мой сын, а я твоя мама, у меня тут есть муж. Вот примерно таким образом видят мир люди, давайте так, фрейдистского мировоззрения. Там был вопрос или не вопрос, утверждение: у нас у верующих могут быть хорошие отношения между братьями и сестрами. Я вам так скажу, что даже у неверующих людей могут быть хорошие отношения между мужчинами и женщинами. И это никаким образом не мешает говорить о том, что не может быть дружбы между парнем и девушкой. Я отношусь ко всем женщинам очень хорошо, но люблю одну. И друзей среди женщин у меня нет. Я намеренно это вот оставлю пока так, и в конце объясню, что я имею в виду по поводу взаимоотношений с парнями и девушками. Итак, подавленная сексуальность – это когда мы хотим, но скрываем. Это как раз одна из вещей, которую я говорил. Если один дружит, то второй вполне себе, возможно, может быть влюбленным. Но фрейдисты говорят о том, что все, что нами руководит, это желание сексуальности, секса, романтики там, и так далее. На самом деле, я совершенно в корне не согласен с теорией Фрейда. Я верю, что люди сотворены Богом, и не все, что они хотят, это секс. Или секс — это не все, чего хотят люди. У нас другие потребности, другие желания, и я думаю, что секс хоть и важная часть жизни, но далеко не главная, далеко не всеобъемлющая. Поэтому, когда мы говорим о том, что любого рода дружба, она основана на сексуальности, и даже мужчины, дружа друг с другом, имеют в виду именно это своего рода заблуждение. Потому что если это так, то мы все лицемеры. Но это далеко не так. Я больше чем уверен, что у меня есть мой лучший друг, и мы дружим очень много лет, десятилетий. И наша дружба основана далеко не на даже меркантильных вещах. Мы просто друзья. Друзья очень близкие, очень глубокие. И поверьте мне, никакой другой подоплеки там нет. Я вот просто смотрю на наши отношения, иногда даже понимаю, что мы живем в разных городах уже много лет, у нас разная жизнь, но мы постоянно думаем друг о друге именно как друзья. Потому что когда я краем уха слышу, что у него есть какие-то сложности, мне очень хочется его каким-то образом поддержать, помочь. Но у нас очень много общего, и на этой общности строится наша дружба. Фрейдисты уверены в том, что все это подавленные сексуальные желания. И поэтому, конечно же, можно дружить с девушкой, просто подавлять свое сексуальное желание, и тогда эта дружба осуществима. Но послушайте, если вы чего-то хотите, или кого-то желаете, или в кого-то влюблены, вы подавляете это, происходит очень простая вещь. Это как, знаете, вот заноза. Вот я недавно загнал занозу в стопу. И узнал об этом через несколько дней, когда, знаете, это начало очень сильно зудить. И попытался достать, у меня ничего не получилось. И думаю, ладно, само пройдет. Буду ходить, там гной появится, оно само выйдет и так далее. Но вы знаете, что стало происходить? Там появился такой натоптыш, очень такая толстая кожа. И гной начал распространяться по ноге, началась проблема. Он стал доходить там все глубже и глубже, и уже мои девочки, дочери, они вынудили меня просто пойти к хирургу, и мне это вскрывали. Это было безумно больно, проблемно и так далее. И вот знаете, я уверен в том, что все вот эти вещи, которые мы делаем тайными, скрываем внутри себя, они не пройдут бесследно. Они будут вот подобно вот этому нарыву, этой занозе, распространяться. Если мы не дадим этому выход наружу, то это будет уничтожать нас изнутри.
Поэтому я считаю, что любого рода сексуальный подтекст дружбе неуместен. Итак, я думаю, что пришло время посмотреть на ваши комментарии относительно ваших увлечений. И я даю слово нашему ведущему. Множество людей ответило как бы банальные фразы на то, что есть связанное с музыком, походы в театр. А как вы... про девушек. Здесь на самом деле я сейчас дам вам слово. И? Какие у нас интересы у парней? Или мы не разделяли? Получается, голоса разделились. Парни были за то, что дружбы не существует. Девушки за то, что дружба существует в различных каких-то областях, таких как спорт, музыка, походы в горы. А интересы? Вот это вот по интересам было, что искусство, творчество, вот там, возможно, дружба какая-то есть. Игорь, какие интересы у парней, какие у девушек? Я спросил именно так разделить. Вы этого не сделали, да? Очень жаль. Потому что, когда мы проводили опросы, мы выяснили, что на самом деле у нас достаточно разные интересы. И мне хотелось это проиллюстрировать, но мои помощники почему-то не стали делать так, как я сказал. Третье, такой камень, да, важный довод в пользу того, что дружба все-таки существует, это мой личный опыт. Мне очень часто это говорят, и вот знаете, то, что Паша сказал, мне очень, подтверждает то, что я и так знал, то, что девушки почти всегда говорят, да, дружба возможна, парни говорят, нет, скорее всего, дружбы не существует. И знаете почему? Потому что чаще всего именно парни, влюбленные, в надежде, что эта дружба перерастет в нечто большее, скрывают свои настоящие чувства. Я очень много таких примеров знаю, когда ребята, они хотя бы вот так общаться с ней, чтобы быть вот рядом и так далее. У нас там был видосик на эту тему один очень интересный. Давай поставим его там, где дружба. Именно парни бывают вот такими влюблёнными. Итак, личный опыт, когда мы выдаем желаемое за действительное и говорим, что на самом деле я просто дружу, но это то, что мы хотим видеть, а не то, что есть на самом деле. На самом деле то, что мы называем дружбой, является добрыми, старыми приятельскими отношениями. Вот за последние десятилетия это слово вообще вышло из обихода, это перестало быть интересным. Оно выпало, вот это вот промежуточное звено. Вот мы никто, мы приятели, мы друзья. Вот приятельские отношения перестали вообще фигурировать на горизонте. И очень важно
вернуть это. Потому что на самом деле то, что мы перестали это называть приятельскими отношениями, они не исчезли, они остались. И многие женщины, многие девушки, с которыми, многие мужчины, кстати, с которыми я общаюсь, я не могу их назвать друзьями, но я бы сказал, что мы и не чужие люди, и неравнодушны друг к другу, я бы назвал это приятельскими отношениями. Вот примерно так и есть. Когда мы говорим о дружбе между парнем и девушкой, скорее всего, речь идет о приятельских отношениях. Итак, хочется еще задать вопрос один и посмотреть, насколько вы имеете дружеские отношения на самом деле с противоположным полом. Итак, ребята, пожалуйста, ответьте еще на один вопросик буквально. Скажите, как часто вы видитесь с людьми противоположного пола, со своими друзьями? Ходите с ними куда-нибудь? Оставляйте, пожалуйста, комментарии. Нам очень важно ваше мнение. На самом деле, говоря о дружбе между парнем и девушкой, мы не дружим. Выдавая желаемое за действительное, разговаривая с несколькими девушками на эту тему, я задал вот этот же вопрос, я спросил, а как часто вы встречаетесь, насколько часто вы видитесь? И мне ответили, ну, раз в неделю, раз в две недели, может быть, чуть-чуть чаще. А сколько ты встречаешься со своей подругой? Она говорит, каждый день. То есть, по большому счету, если мы берем нашу дружбу вот однополую, да, то есть подруги, друзья, это где-то вот здесь. И когда мы говорим о дружбе парней и девушек, это где-то вот здесь. И сравнивая два вида дружбы, мы приходим к выводу, что на самом деле не особо мы и ценим эту дружбу. Может быть, мы каким-то образом привязаны, кто-то, еще раз повторюсь, надеется на какие-то продолжения взаимоотношений, но по большому счету мы просто в нее верим. Итак, дружба между парнями и девушками больше напоминает приятельские отношения, нежели настоящую дружбу. И перед тем, как закончить, я хочу задать пару вопросов. Если вы дружите с девушкой, если вы дружите с парнем, то что вы будете делать, если вы вдруг влюбитесь? И не говорите, что это невозможно, это вполне возможно. И еще вопросик. Представьте себе реакцию вашей жены или вашей девушки на то, что вы ей скажете, что пойдете потусить с подругой, сходить куда-то. Что, как вы будете реагировать, представьте эту реакцию, представьте, что вы будете делать. И не станет ли эта дружба сразу же под огромный вопрос? И не принесете ли вы ее в жертву вашим романтическим отношениям? И ответив на этот вопрос честно, задайте себе, а можно ли вообще поступиться настоящей дружбой или нет? Подведем, пожалуйста, итоги сегодняшнего вебинара. Дружба между парнем и девушкой. Считаю, что дружба может быть, но очень-очень редко. И если один из партнеров привлекательный, то дружба, к сожалению, не сможет быть. Если вам понравилось, пожалуйста, подпишитесь на наши телеграм-каналы.
И мы будем почаще делать для вас и стараться делать отличный контент. Спасибо всем. До свидания.